Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала DivyPlay Video, а также посетители сайта divyplay.ru. С вами снова Петр, и я приветствую вас от себя лично, а также от имени компании DivyPlay. В сегодняшнем видеообзоре мы вместе с вами познакомимся с еще одним очень интересным светодиодным фонариком в классическом исполнении. Это мини-фонарик с артикулом FA1504. Этот фонарик может смело претендовать на роль второго фонаря в вашем хозяйстве. Или даже на роль первого и единственного, если вы не любите отягощать себя излишним грузом более громоздкого инструмента. Фонарик сверхкомпактен и легко сможет поместиться в любой карман, даже в нагрудный карман рубашки. И несмотря на всю свою миниатюрность, он тем не менее светит очень даже неплохо и удобен в использовании, в чем мы убедимся чуть попозже. Упакован в такую коробочку, которую вы видите перед собой. Ну, коробка сама по себе может показаться кому-то достаточно неказистой, однако эта коробка нужна не сколько для того, чтобы произвести на вас впечатление на витрине магазина, сколько для того, чтобы служить нам верой и правдой в течение, может быть, не одного года. Фонарик, упакованный в нее вместе с зарядным устройством, будет себя чувствовать в ней в полной безопасности при транспортировке и в рюкзаке, и в сумке, или даже и без них. Так, ну а теперь давайте посмотрим, что находится внутри этой коробочки, познакомимся, так сказать, с комплектацией этого фонаря. В комплект входит сам мини-фонарик, вот он, съемный аккумулятор на 3,7 вольта емкостью 1200 мАч, сетевое зарядное устройство, ну и сама коробочка-кейс. А сейчас давайте поподробнее познакомимся с фонариком, повертим его немножечко в руках. Сборка фонаря качественная и аккуратная, никаких претензий нет, фонарик металлический, очень компактный. Вот он, видите, практически по ширине моей ладони. Сзади находится откручивающаяся крышечка. Сейчас я откручу. Сюда вот мы устанавливаем штатный аккумулятор. По размеру он с пальчиковую батарейку. Кстати говоря, несмотря на то, что пальчиковая батарейка всего лишь 1,5 вольта, ее как резервную можно использовать. Она будет светить чуть тусклее, но тем не менее фонарик, конечно же, работать будет. Так, на этой же крышечке, которую я только что откручивал, находится большая зеленая кнопка. Она отвечает за включение и выключение фонаря. Так, на корпусе расположен, вот вы видите, надежный такой зажим. С его помощью мы можем закрепить фонарик как на ремне брюк, так и просто на поясе, или же хоть на кармане рубашки. Фонарик легкий, оттягивать пояс не будет. Передняя часть вместе с линзой подвижная. Вот так вот она двигается. Смещая ее вперед-назад, мы меняем световое пятно от максимально широкого и близкого к нам до получения максимально узкого и дальнобойного луча. За линзой находится один светодиодик. Вот я повернул, я думаю, вы его там увидите. Ну а сейчас я выключу свет и попробую показать им, как все это будет выглядеть в комнатных условиях, как он будет работать в комнатных условиях. Итак, свет я притушил, фонарик включил. Ну, как вы видите, он дает достаточно такое яркое, широкое световое пятно. Нажимаем на кнопочку, которая находится на торце. Помните ту большую зеленую кнопку, которую я вам показывал? Мы можем выключить фонарик. Повторное нажатие. Мы включаем фонарик. Никаких тут полурежимов, яркие освещения, тусклое освещение, стробоскопов нет. Все очень просто. Работает фонарик на полную катушку или он находится в выключенном состоянии. А также, двигая переднюю часть фонаря, закрепленной на ней линзой, мы можем увеличивать это световое пятно или уменьшать его. Ну и, соответственно, за счет уменьшения этого светового пятна увеличивать дальнобойность фонарика. Вот так вот все просто. Итак, обзор воистину карманного светодиодного фонарика с артикулом FA1504 подходит к концу. Давайте подведем итоги. Мы имеем классический миниатюрный фонарик с ярким регулируемым лучом света. Светодиод у фонаря один. Имеется съемный аккумулятор. Вольтаж у него 3,7 вольта. Емкость 1200 мАч. Размер с пальчиковую батареечку, то есть батареечку АА. Несмотря на то, что батарейки они 1,5-вольтовые, мы можем ее использовать как резервное питание. Она прекрасно встанет на место штатного аккумулятора. Ну, естественно, будет светить чуть послабже. Но, тем не менее, фонарик работать будет. Имеется в комплекте сетевое зарядное устройство, кейс для хранения и транспортировки. Ну и, как всегда, очень приятная цена в магазине divyplay.ru.
В целом мини-фонарик с артикулом FA1504 производит очень приятное впечатление. Очень такой симпатичный малыш. Для тех, кого заинтересовал этот симпатичный светодиодный фонарик, обратите внимание, пожалуйста, на ссылочку, находящуюся под этим видео. Перейдя по ней, вы попадете на сайт diaplay.ru, на страницу с этим устройством, где сможете узнать актуальную на сегодняшний день цену, которая однозначно вас порадует, ну и, естественно, при желании заказать его. Я же с вами прощаюсь, жду от следующих видео. Не забываем подписываться на наш видеоканал. С вами был Петр. Всем пока.